Зовут меня Ирина Смирнова. Я буду вести у вас курс, который называется «К цели без потерь». Какая же у нас, собственно говоря, цель этого курса? Дело в том, что каждый бизнесмен, который хотел бы продвигать собственный бизнес, должен иметь какой-либо инструмент для продвижения этого бизнеса. Поэтому задача нашего курса сделать так, чтобы мы вот эту цель, которую поставим перед собой, создать инструмент для продвижения своего бизнеса, мы должны это сделать очень быстро, четко, понятно и грамотно. Вот перед вами сейчас на слайде основная цель нашего курса – быстрое и грамотное создание блога. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что выделено красным цветом. Предпринимателя для продвижения собственного бизнеса в интернет. Я хотела бы с вами договориться вот о чем. Если мы с вами будем работать совместно, я надеюсь на это, то мы должны видеть и слышать самое основное из той лекции, которую буду давать я. Вот посмотрите, я обычно на слайдах всегда выделяю то, что очень важно для нас с вами. Для нас с вами сейчас будет очень важно следующее, что мы будем создавать блог для предпринимателя, который собирается продвигать свой бизнес в интернете. Я полагаю так, что практически все присутствующие здесь – это люди, которые являются бизнесменами. Это те люди, которые или уже продвигают свой бизнес, или собираются это делать. Цель нашего курса. Я хотела бы поставить вот такой вопрос. Первый, самый первый вопрос. А нужен ли мне, собственно говоря, блог? То есть, да, я предприниматель в интернет, а блог-то мне вообще-то нужен или нет? Или можно просто обойтись без него, без этого блога? Вот это основной такой первый вопрос, на который мы должны с вами ответить. Но давайте мы с вами будем работать таким образом. Мы привыкли с вами жить на твердой почве, на земле. Мы привыкли работать на земле в реальном мире. Но сейчас мы с вами переходим на виртуальную такую реальность, то есть в интернет. Вот давайте вспомним, как мы с вами работаем на земле в реальном мире. Каким образом мы работаем? Мы с вами бизнесмены. Мы встречаем и приглашаем людей в свой бизнес. Мы определенным образом выглядим. Мы знаем, что наш внешний вид, наш голос, наша улыбка, наши глаза имеют всегда очень важное значение. Вот как вы себя преподнесете, так вас люди и воспринимают. Но точно так же, как вас люди видят, точно так же и вы видите человека. Ведь вы вот не каждого человека приглашаете в свой бизнес, правда? А именно того, кто вам больше понравился, опять же, по тому же внешнему виду, по тому, как он улыбается, по тому, какие у него глаза. То есть практически бизнес начинается глаза в глаза. Вы видите человека, оцениваете его буквально на первых секундах при встрече. И у вас где-то там под коркой сразу срабатывает. Вот этого человека надо пригласить. Вот этому человеку надо объяснить, что у меня за бизнес, и с этим человеком я могу идти работать дальше. И он точно так же смотрит на вас и говорит про себя. Да, наверное, это действительно успешный бизнесмен. Да, я вижу, наверное, я с ним смогу работать. Я думаю, что он хороший человек и так далее. То есть, еще раз повторяю, у вас идет общение глаза в глаза. А теперь переходим в виртуальную нашу реальность. И в нашей виртуальной реальности что мы с вами видим? Мы видим монитор. Мы не видим никаких глаз того человека, который к нам должен прийти. Но это еще полбеды, да, потому что у нас огромный выбор в интернете. Там человек пришел, прошел, зашел, ушел, увидел. Мы его не видим. Но вот тот человек, который должен за нами пойти, он должен нас представлять. А как он должен нас представлять? Как он увидит наши глаза? А представить он нас может только в том случае, если мы с вами будем лидерами, если мы с вами сможем в интернет на каком-либо ресурсе показать, что да, я действительно лидер, да, я действительно эксперт, да, я действительно могу с тобой работать, я могу тебе дать то, что ты, собственно говоря, желаешь от меня получить.
Так где же вы это можете высказать? Хорошо, вы раздали одностраничники. Хорошо, вы сделали поздравительные открытки. Но за этим одностраничником и открыткой виден маленький-маленький кусочек того бизнеса, а самое главное – того человека, который эту страничку сделал. Задача блога – показать вашу экспертность. Блог вы должны знать и понимать – это ваш самый основной инструмент в продвижении в интернет. Вспоминаем, мы с вами, если мы работаем в сетевом бизнесе, то у нас ситуация какова на земле? У нас с вами есть офис. В этом офисе мы с вами встречаемся с людьми, общаемся, показываем свои продукты и так далее. А где здесь мы сможем встретиться с людьми? Если в офисе, в реальной жизни приходит человек просто в офис и видит людей, он выбирает человека конкретного, того, который ему понравился. А как он выберет здесь вас? Он выберет вас только в том случае, если вы сможете конкретно, четко показать свою экспертность на ресурсе. На каком ресурсе? На блоге. Поэтому вы должны четко понимать, что блог – это ваше представительство в интернет. Давайте вспомним такой фильм. Я его все время привожу для того, чтобы было понятно, что значит такое представительство в интернет-блог. Вспоминаем фильм «Аватар». Все его видели, когда-то нашумевший, сейчас немножечко подзабытый. Ситуация там такова. Человек имеет огромный опыт. Он воевал, у него огромные, так сказать, знания, у него огромные умения, у него серьезные моральные качества, которые очень ценны. Но он инвалид. Он сидит в инвалидной коляске. А опытом его хотят воспользоваться в виртуальном мире, навести порядок. И это может сделать только он. И ему предлагают сделать аватар. Аватар с его жизненным опытом. И благодаря этому жизненному опыту этот человек выполняет поставленную задачу. Точнее, аватар его выполняет поставленную задачу. Вот ваш блог в интернет – это ваш аватар. Если даже вы где-то что-то не можете физически сделать, то вы, написав статью и передав свой жизненный опыт на блоге, вы покажете свою экспертность, вы покажете свой жизненный опыт. Обратите внимание на то, что, посмотрите, вот здесь даже на слайде выделено «вы». Обратите на то внимание, что я все время говорю, что это ваш блог, ваш собственный бизнес, ваше собственное продвижение. Давайте мы с вами условимся о том, что если мы будем создавать блог, то блог мы будем создавать личный инструмент. Это личный ваш блог. Вы будете показывать на этом блоге личные свои качества, свой личный жизненный опыт. Поверьте моему опыту работы, только те блоги, которые показывают внутренний мир его хозяина, только эти блоги имеют успех. Итак, я надеюсь, что я показала вам, что блог вам как бизнесмену жизненно необходим.